Всем привет! Сегодня мы продолжаем проходить игру «Растения против зомби». У нас начались новые уровни, которые посвящены в рамках бонусной локации «Фестивус», которая хорошо знакома уже по прошлым годам. Но у нас не только обновления в уровнях, есть несколько растений. Это «Парсшип» и «Месайлто». Есть еще «Грунейк», который я вовремя не взломал, и теперь нужен новый взлом, потому что уже было обновление не раз, соответственно, то обновление, которое у меня было, уже не действует. Что касается новых растений, у кого будут свежие взломы, просьба поделиться. Ну и, соответственно, я уже сам поделюсь со всеми. Вот такое вот поле, очень привычное, заснеженное, предновогоднее, праздничное. В общем, начинаем проходить уровень со следующими вооружениями. Это бомба вишня и горох. Оружие привычное, старое. Вот, кстати, могли бы показать вот в рамках той же, тех же бонусных уровней новое оружие, чтобы как-то заинтересовать. Может быть, конечно, еще что-то появится такое, представление новых вооружений, но в качестве рекламы могли бы разок бы показать, что это за оружие. А мы еще вдобавок получаем сэфлинг, липкое дерево и также арбуз. Зомби уже пошли, самые разные, тут есть из Египта, и пиратская локация, в общем, все как обычно. Мы еще получаем магнит, и на нас надвигается большая волна. Ну что ж, там еще будет Гаргантюа, он должен подойти чуть попозже. Так что нам понадобится и липкое дерево, и арбуз. Но арбуз, к сожалению, его пока что нет в тех количествах, которые бы хотелось бы. Но есть магнит, тоже нам очень сильно поможет, хотя это не совсем прям уж похожее оружие, но вот я вижу, что есть у нас зомби с ведрами на голове. Их убить даже с помощью арбуза не всегда представляется возможным, хотя у нас есть липкое дерево, немножко задерживает ход таких вот зомби. Но тем не менее, фактически магнит обезоруживает металлических зомби. Акулы достаточно. Есть у нас и с Wild West противники с такими вот бронированными щитами, бронежилетами. Тоже их очень сложно ликвидировать, соответственно, все это нам поможет. Магнит, кстати, и липкое дерево у нас прокачаны в Зенгардене, что значительно усиливает их эффект и также пригодится. Вот эти растения не часто появляются, соответственно, они уже так завалялись у меня в Зенгардене. Гаргантюа тут пытается пройти внизу, делая попытку прорыва, но пока ничего не выходит. Мы еще сейчас получаем несколько плантов. Там парочку плантов мы уже задействовали для арбуза, и почему бы не повторить эту процедуру. Что мы успешно и делаем. Ну, конечно, сэфлинг, липкое дерево, казалось бы, обычное растение вспомогательное, но очень сильно нам помогает. Особенно, когда оно прокачано в Зенгардене. Как вы видите, зомби очень медленно передвигается, никуда не спешат. И мы, соответственно, тоже. Мы постепенно их убираем. Даже вот с помощью гороха, я думаю, что можно одолеть того же Гаргантюа. Так как он идет, еле шкандыбая ногами, мы можем так вот его добивать горохом. У нас три куста есть. Хотя там три куста долго не продержится, потому что Гаргантюа выкинул своего всадника. У нас, кстати, это последний зомби. Остается уже немного, так как это уже финальная волна. Значит, мелкого зомби мы ликвидировали, там еще один, я вижу, что нарисовался на горизонте, но в целом мы уже фактически уровень прошли. Выкопаем сейчас арбуз, потому что их, судя по всему, два. Вот то, что мы выкапываем, мы вновь получаем. И с арбузом, конечно, сейчас мы закончим этот уровень на такой мажорной ноте, побыстрее. Уровень затянулся, но это все-таки у нас первая миссия в рамках Фестивус, как-то глаз радуется заснеженному полю. Остается какое-то незначительное количество времени уже, всадника нет, но пока Гаргантюа никак не хочет уходить в мир иной. Вот наконец-то мы его убираем, после чего успешно проходим миссию, будем открывать призы. Призы тоже, кстати, очень даже привычные в рамках Фестивуса. Значит, в двух подарках мы находим доп. Оружие, в третьем попадается рассада. На этом все, подписывайтесь, комментируйте, до новых встреч, пока!